движение, по содержанию. Первый тайм немножко отличался от второго. Первый тайм и в организации, так команда, скажем так, тот план, который мы принимали, старалась выдерживать. Выдерживать все. И, в принципе, мяч забили, вели 1-0. Были некоторые погрешности, но это естественно, потому что мы проводим первую практически, то есть вторую на турецком сборе, одну игру с «Зенитом» мы провели здесь, вот вторая в официальном турнире. А во втором тайме сказалось уровень нашей готовности, функциональной готовности. Здесь немножко подустали ребята, и больше технического брака пошло, неправильное принятие решения, естественно, с этим связано, с усталостью. Вполне объяснимо, только мы недавно начали тренироваться, практически 10 дней в Турции провели, и команда «Чайка» в этом плане имела, на вот именно во втором тайме, преимущество. Они уже 2 сбора провели, мы только 1 сбор, поэтому здесь связано только с функциональным состоянием нашим.